На первую фазу отдаст то моя госпожа и Элла, на вторую Апокал Майлик. На второй вихрь. Дальше. Дексиона будет через печеньку играть, то есть будет блин давать. И нужно, чтобы какой-то танк бежал туда. Кто справится с этой задачей? Женя, ты видел, как в Акате бегал? Или нет? Саш, смотри, короче, перед вихрем он убегал в печеньку и стоял здесь. Так было? Тогда поправляй. Смотри, начинается вихрь. Да, ты должен будешь бежать в печеньку. Максимально быстро, чтобы ты до нее добежал. А Дексиона свалил в этот момент, когда ты добежишь до печеньки. И все, ты остаешься там. Кто-то ливнул с этого. Иран. Все. СПД у определенной войны. Да, иди, иди. А дай стрельбу. Я сейчас поставлю. За мной принимай варианте. Так, я закину МКшку по тебе, Марсес. А ты закинь, не знаю, по Будревену или либо по кому-нибудь. Пепелок, давай ты в демона. МТ будет у нас апокалипсис. Красавчик. Все, готовность на пол тогда. Большинство здесь знает, что делать. Просто несколько человек, что с нами не был. А так большинство знает. А мне что? Потому что ты стоишь с этим, с уфологом всегда. Бегаешь за ним. Не в кресту. Да похуй, я буду за ним, я буду за ним бегать. Да, он двинулся, ты двигаешься сразу же за ним. Ты МТшишь, поэтому смотри, будет больно. Это первый момент. Второй. Прожимайте, не жалей прожимки свои. Это именно на обычную фазу. На вихре. На вихре не так больно. Все, Паш, теперь по шипам в мелизоне играют агрессив, шнурки, трусователь, Ахиса, Барменталь. РДДшники не играют. В РДД зоне все РДДшники, если на меня либо на чмыгу кидаются, то все, обязательно все РДДшники свечайтесь. Абсолютно все свечайтесь. Так. Саш, ты там пропадал у меня плохо. Я на первый вихрь даю, да, прожимку? Да, ты первый отдаешь, продлит Элла. Потом отдаст Апокал на второй и продлит Майлик. Все, давайте, готовность на пол. Его пофиксили, он еще слабее стопус. У нас ДПС сейчас чуть побольше будет, чем в прошлый раз. Конечно, опять же, не все самые дамажащие собрались, но ладно. Репоты на первой. Ничего не изменилось, он также дамажит. Геру поставит. Побежали, побежали все. Не стоим. Чё стоим? Сова, чё стоишь? Сейчас за тебя закинет. Вот я брал. Пятник. Геру, давай. Кал, ну, дай... блядь, что ты делаешь? Дай БР по нему, изморский. Меня не шмыгай. Выбеги, Марсес, Марсес, быстрее. Поздно. Падайте. Минус шнуркам сразу, давайте. Послал. Ярослав, смотри, короче, ты там нельзя с собой сдвигался, типа. Понял? Мы бежим дальше, становимся. Вот ты сейчас поставил, и босс пошел в рейд, нахуй. Это хуйня. Давай ты его поставишь, а забью туда его. Мужики, вы не пробовали с другой стороны просто танками пулить? Это так. Что? Ну, танки же могут, чтобы босс так не дергался, просто с другой стороны босса пулить. Обойти его. Да, типа, какая разница, вообще, без разницы. Ну, он так ходит, только если под ним танк проходит. Ну, так просто попал, зашел внутрь него, и босс отошел. Ну, поэтому, это уже обсудили, не надо ничего ходить. Это проблема танка была, не личная, типа. Все, нормально. Погнали.
И не стойте, там какая-то сова начала кастовать. Если бы вас лужу кинулось, получили бы тоже минус. Поэтому давайте. И мне минус дайте. Танки обосрались. Неважно. Да, неважно. Сорвало. Танки обосрались. Давайте, давайте. Минус давайте. Давайте сделаем СЛК ХМ, минус косарь, блядь, за слаг. Угу. На следующий свой никто не придет. Камни, блядь, и все. Я просто вообще бить не буду нахуй этого босса, блядь. Я не говорю, чтоб тебе сейчас, вот, не знаю, сколько, допустим, с этого пула или следующего, блядь, прошу все понимали. Да не, просто знаешь, шляпы, когда ты с двух секунд подпуляешь фурики и агро рвешь. Это либо танк просто, я не знаю, в носу ковыряется, либо на пол не дают. Ладно бы я в армсе был бы сразу в вихре. Блядь, я даже агровал. Добежать не успеваю до позиции, блядь. Я похую, короче, я это обсуждать не буду, это бред, нахуй. Танк есть. Это очередные отговорки непонятно чего. Отговорки? Ну, просто до этого проблем таких не было, заметь. Дайте каску под друидом. Порогом. Ребят, там два на пул, это два мутика. Мутикам надо набрать яду, чтобы был на пул. То есть первые две секунды на пул слабо идет. Слушай, Женя, есть какой-то спел, который прям набирает быстро огром? Может, не так провожать? Каску под друидом, пожалуйста. Спасибо. Еще раз готовим. Все, замолчали сначала. Все, это первое. Второе. А пока, блядь, как я вообще не понимаю, как на БК, блядь, можно... Блядь, Саня, молча, я даже не успел добежать, все, я сказал. Не и нравится, блядь. Чё, блядь, с рейнджи бьет? Ну, две ЛПхи, все, мне потом надо подойти до него, блядь. Что ты несешь, блядь, как кровоотвод, усиление руника, пошли. БР по Эдексионе, дай, Маша. Не ребашните до всего. Босс не поставили, вы пили. Вот честно. Ну это, блядь. Меняй чмыга, выиграй, Мерсес, быстрее. Ну, быстрее реагируй, ёбана. Падайте. Ребят, нижний мест, я помню, что проблема. Давайте все добежим, поставим босса, а потом вы уже ебашите. Это... Ну, если я еще раз поставлю такой момент, ну, скажу, давай будем снимать по косарю. Давай, да, все, с этого трая заебали, честное слово. Блять, не можете, сука, полсекунды подождать. Один не может для ТЛП три штуки закинуть, эти подождать не могут. Бля. Никита. Можешь босса почти не бить. Твоя задача. Выпрыгнуть, если что-то не так. Либо же, давай лок какой-нибудь. Давай, пепелок, ты шаришь, что здесь делать надо? Ну, побегать это лучше просто. Потом, блин, кануться на вихрь. Давай я тебе объясню. Этот, ты все равно в демоне. Короче, если кидается на меня, либо на не так. Если на меня и на чмыгу кидается, на нас двоих одновременно кидается шип, ты должен мгновенно будешь нажать на портал и блинкануться в любую точку. Поставь его, допустим, слева возле меня. Нажмешь на портал. Как только шипы сбили с нас, и на тебя уже не идет, ты возвращаешься обратно. Справишься с этой задачей? Да, не вопрос. Только следи, чтобы он в тебя, когда будешь возвращаться назад, не закинул лужу, потому что занесешь ее в рейд. Ресни, братан. Все, давай. Давай. Рыбу ставлю. Напуливайте в уфолога сейчас. Ну. Госпожа Чмыга быстрее трогает. Не очень хорошо поставил портал, потому что здесь зашёшь. Давай чуть
в эту сторону тогда. Чуть. О, так лучше. Ты не засрал просто крест, они же там примерно стоят уже. Что если ты, блин, конешься, нас двоих в шип кинет, автоматически уже в тебя пойдет. Даже если ты ее еще чуть левее поставишь, будет еще лучше. Но, это ладно. Рыбу я ставил, не ставил, но. Все, собрались. Убили босс. В принципе, манекен просто нужно сделать все правильно. И следите обязательно, когда он перестанет крутиться. Паладин вам сказал бежать, сразу же побежаем. Сука, пишу, блядь, уже 30 раз. Дайте приз баф, пожалуйста. Это видно, блядь, в чате хорошо. Спокойнее можно сказать? Прохиливать уфолог. Шип приготовились. Нормально, разбивайте, милики. Быстрее. Хорошо. Геру потом после вертушки дать? Очень, блядь, ну, я уж не дали. Да, после вертушки. Вихрь, Дима, приготовься сбегать. Бежать. Крест, встали, бейте, милики. Ну, креста, Когда дернется обратно, Дима, даем, убегаем. Убегаем, Дима. Приготовьтесь скоро забегать все. Побежали за паладином. Блять, я проебался. Выбеги. Дай мне масс-рез. Славность, дай ты. Изморский по Будревену. Отцов Грегеров. Геру. Можно. Еще одну потом дадите для них. И по... Шип Верда, да. Кусяво, дай по Дексионе. Изморский по Будревену. Ты без бейте столка быстрее. Вы чё, блядь? Я шип долго били. Не видел назад. Нам, короче, уже на Лифе. Десять секунд ближе к Мелитоне, подходите. Нихрен скоро, через 6 секунд. 5 секунд ближе к Луне, подходите. 3. Меня в этот кино, шип. На меня дернется босс. Нет. Разбейте меня. Макс, не вставай, вспомнишь после игры. Дима, выбежали. Вставай, Будрэм. Слушай, выбейте. Барминдалю, если есть БР-1, свободно, дайте. А когда мне массейф подавать, я забыл. Слушай, Андрюх, мне что кидать, на себя или на тебя кидать, чтобы меньше пробивало? Да, блядь, сиди, че, ебанул ты, блядь? Шип скоро будет. Рянчи, Мерседес, Марухич, подбежали, Дима. После того, как он приземлится, еще одну геру дадите там для людей, которые падают. Когда?
Как будет? Дима, приготовься ходить в РБД. Ладно. Убежали. Уже не стойте, не горите. Масса крат откатилась. Хорошо. А на следующий вихрь тогда. У меня то 4 есть. Шипы приготовили. Меня разбейте, РДшники. Дима, убегай сейчас. Так, Кусяо и Иннер по Маше залей. Числовность по Эле. Госпожу сложила бы... Блять, БР есть? Нету. Прожимайся. Покал. Чему вы разбейте? Минута до Бэра, чтобы Бэр на 30 лет был. Скажу, я хуй возьму. Вихрь, скоро, и меня разбейте. Меня разбейте. А Покал как? А Покал бежишь. Всё, меня не разбили. Бежи печеньку, мало ли, бежи, похуй, бежи. Всё, я тут. Лужа, лжишь чуть вперёд. Вместо меня пипивок выбежишь. Надо выбегать будет, когда он в следующий раз дернется. Выбегай. Ничмыка, выбегай. Бля, пипилок не тут. Да нормально, ничего страшного. Какая разница, будет просто с той стороны литься уже. Ничего страшного. По Покалу можно зубы закидывать. Мне подойти ближе. Сакры, есть точечно бросать у пола и Покала? Да, я понял. Только сакры, кто точечно закидывает, нужно бабу еще. Он в БР кастует этого. Да, ребята, уже в шипе. Сразу закиньте его. И закастуйте СС уфологи на Апокала, уфолога и госпожу. Давай Дексиона Апокал, пипилок, уфолог и Будрэйван. Пипилок снять. Лок на шипе. Лох на шипе, блядь. 10 секунд, подходите к луне, блядь. Влево кто-нибудь за... Распора, да, сзади за него? Лох на шипе, быстрее. Вихрь сейчас будет, быстрее зашли в луну. Пипилок, сбегай сейчас. Женя побежал к печеньку. Я уйду на ту сторону, пип... Да, давай. Разбить шипы. Шаг назад. Под босса. Пипилок, выбеги. Где танки, блядь? Пистолом дам нахуй. Вы чё? Прихила упала. Ну, блядь, пробуйте. Но это не знаю. Без капала хилите, давайте как сможете. Пятилка надо выбить. Хила второго надо выбить, Войда, обязательно. Прожимайтесь, танки. Минус. Шип не выбьют, я понял. Да, там уже полпати сдохло. Я единственно не мог понять, блядь. Ну, пошла лужа, брать. Вы видите, келету листили хуйню под ебалом. Что, сука, трудно в сторону побежать, а у меня не укладывается в голове, это пиздец какой-то. Ну, почему это... 50% рейда могут побежать, а 50% умирают, блядь? Ну, они не хотят, наверное, играть в эту игру, хуй знает. Так, ладно. Там не лужа, там летит такая... Сейчас, я когда в меня полетит, я тебе скажу. Тут просто посмотри. Слушай, ребят, у меня вопрос другой, Саш, прости, что перебиваю. Есть ребята, кто перепрыгивает луну. То есть идет вихрь, я уже стою в печеньке уже, а есть ребята, кто перепрыгивает меня дальше к выходу. Зачем они это делают, я не понимаю. И босс прыгает на них дальше. Они не знают тактику, наверное.
Если это не мешает рейда, то похуй. Если это не, ну, мешает рейда, то, блядь, сиди. Ну, как видно, не мешало. Как видно, не мешало. Может, у них блинк есть, поэтому... Короче. Это я перепрыгивал, тем более, луну в сторону в конце, когда на тебя дергалась. И чмыга тоже выбегает. Ладно, не суть. Если есть эсэсы, или будут эсэсы, давай, пипилок, будет уфолог, будревана, моя госпожа, ничего не надо. Нет, когда же на этом поле? Когда? На этом поле их не будет. Ни у кого. Короче, это... Женя, выпей банку на хп. Давай, Женя, дам банку на хп. Я пока тоже, кстати, себе банку на хп дам. Да не знаю, я на леди, блядь, на ДЦ вообще кайфовал. Киньте. Я бегаю, скачу, точки бросаю, дисплей или все на. А пока кинь тоже обмен за банкой на хп. Смотрю хпс, там по 900 тысяч у меня там, блядь, почти 3 миллиона. Ты доволен? Баски перепейте обязательно, и ребаф дайте, не хватает много баф. И Геру, Марухич, я тебя не поливаю. Вопрос, а что задать? Она придет. Хватит фудить, блядь, все, надо обязательно что-то вставить каждому. Что? Это, по вихрю. Когда он начал кастовать, я уже могу бежать в луну. Или под, луну. Или под конец. Блядь, ну мы же уже проходили это, Дима. Я понимаю, еще раз убедиться точно. Он, перед тем, как он начал кастовать, я должен стоять самый крайний справа. И вот он начал кастовать, я уже могу уходить в луну? Или я должен дождаться конца каста? Ты должен подождать, если в тебя лужа не закидывается, ты можешь бежать в луну. Но она может под конец тебе закинуться. Это первый момент. Второй, ты должен стать ближе, чуть-чуть ближе, чем печенька к боссу. Потому что он дернется тогда в печеньку. Если ты будешь дальше стоять от босса, чем печенька, он дернется в тебя. Это я понимаю. Вот все, начался каст вихря костей. Я уже могу бегать в луну? Да, начался, забегаешь в луну. То есть ты должен, когда он закончил каст, прям закончил каст, стоять чуть-чуть ближе, чем... И вары, кричите на хп. Давай будет назначен трусователь. Обязательно кричи. И раскол стакайте все. Готовы? Все, давайте спокойно убьем. Вадим, сейчас как все сбегутся, сразу же Геру, да? Подбежали, подбежали, что стоим? Давай, Геру. Шипы приготовились, если РДДшники. Меня разбили. РДДшники, слева я. Чмыга справа, хорошо. Опять шипы. Нормально. Дима, 8 секунд. Вихрь. Чуть ближе смещаешься. Шипы приготовились. БР по уфологу, свободный. Подбежали ближе. Ну это... Поднимаем. Давай спидим. Андрюха, тебе... Ты еще раз упал? Ага. А, все, он на нас. Да, да. Он на нас остановился. Да, а... Женя раньше времени убежал. Он убил меня. Жень, старайся не убегать тоже раньше времени. Ладно. Мы за это минус не будем давать, он первый раз это делает. Подождите, да, выключи минус... микро, а то тебя клацанье, это слышно. Подождите, а у меня вопрос, мы что, по-другому стали бить? По-моему, танку не обязательно, блядь, спешить туда. Там же челик какой-то телепортируется, не? Или я что-то путаю? Все верно, все верно. Ну вот, он телепортируется. Он проебался, он перепутал.
никто не проебывался, и просто я уже видел человека в этой метке. Ну, Холок, я тебе два света небес успел закинуть, но тебе это не помогло. Так там дамаг пиздец, ну. По сколько там? По 60, по 70? Женя раньше выбежал, намного раньше выбежал. Ну. Он выбежал, когда кто-то шип был. Блин, выключи клацанье, пожалуйста. У кого это? У Жени, походу. Замуть микро пока. Просто слышно, как по клаве. Ляп-ляп-ляп-ляп-ляп. Нереально. О, благодарю. Макс, я тебе МК-шку, ты кто там больше дает? Дексиона больше дает? Да, и Дексионе, значит. А можно мне МК? Два МК-шки. Я закинул один фаермагу, он ему профит никак не пустил. Вторая. И припоты обязательно все используем. Кулак порубил. Я так понял, что косарь много, типа, потому что сами, типа, прощаются не подряд. У меня всего два косаря. Они тоже не сняли, не сняли ИП. Все, спокойно. Так, короче. Если откатились СС, и как назвал, так же закастуйте. Давайте, собрались и убили. И когда он бегает, попробуйте все-таки не двигаться, когда вихрь кастует. Веру, ага, хорошо. Шип. Хапава выбейте обязательно быстро. Вихрь 5 секунд. Дима, подбежали ближе. Шип, приготовились выбивать. Меня разбили. Шипы. Смотрите, в огне не стойте. Дима, готовься, блин, вбивать. Выбежали. Готовились за этим бежать, за топалом. Так, числовно Синер по Элли, Маша по себе, Изморский по Войду, Кусяла по Майлику. БР, числовность по Маше, Маша по Изморскому, Изморский по Рианте. У меня КД. Танка сняли шип. Блядь, ну вы видите, что он рост срывает, или вообще никуда не смотрите, я хуй его знаю, это пиздос. Через 5 секунд этот, вихрь, подбеги, Дима, чуть ближе. Меня разбили, и чмыгу разбили, пепелок. Всё, поздно, выбежали с лужи. Ну, следите тоже за этим. Это срыв был, да, Гро? Нет. Нет, вот три тела, когда упало. Это срыв был. Это, да, наверное. Смерть. Агрессив, Рианти, Ону. Костерез, да, это срыв. А кто сорвал? Не они троем, кто-то другой, да? Дали минус уже Дексиона. А. Дексион ли это был? Там вроде бы Бладрэвен был в такую игру.
Я за этим не слежу, мне сложно все отслеживать. Ну я Оман посмотрел, он там вроде на третьем месте или на втором был. Это уже после как сорвал. Там сдохло 3 человека. Если бы сорвал Декстик, он бы сдох. Тут сдох ШП и Изморский. Это не так работает, кстати. Там по-другому. Еще раз говорю, Декст сорвал и все, он типа агро сорвал полностью. На нем было 106 агра, типа. Ну, в общем, тогда не сдох. Он еще не включил, сказал скинь агро и типа поправить, что в него босс. И падает 3 человека, я там уже был. Но ты Декс, типа, спорил бы, почему он выжил. Может, шип в него закинул, хуй знает. Короче, сорвал. Так, люди умерли от костереза, там все равно. Да все, блять, это 300 IQ надо, нахуй, долго рассказывать. Все, давайте бить, блять. Единички нет, не агрессивно. Не 300 IQ. Ну ладно, хуй с ним. Боссы, поэтому 3 человека. 3 человека. Потому что ближайшей цели бьет, блядь, костерез. Больше 3 целей он не бьет, костерез. Сделайте все как честно. И следите за своим агро. Я сейчас танка буду напуливать. Напуливайте всегда в танк. Штанчик мишка. Не какао. СС, я так понимаю, в прошлый раз отдавали. Минуту. А давайте. Было, значит, давайте, пожалуйста. Не давайте все. Все. На герух чтобы не спустился, он через 10. И треньки, чтобы заканчивали еще людей. Они только пропают. Все зависли? Или только я? Нет. Не работает макрос на пол. Дождик поставишь. На, Андрюха, дай, у меня макрос не работает. Давай, Геру. Bone Spike Cast. Bone Spike Cast. Ship. Через 3 секунды вихрь, Дима, подбеги ближе чуть. Bone Storm cast. Bone Spike cast. Oh, no. Дима готовься убегать. Bone Spike cast. Чумыгу, вы разбейте, я выбежал, мне нормально. Дима, выбежишь после. Так, кусяло Иннер по Ону. Изморский, как выйдешь, Иннер по... Майлику закинешь. Bone Spike Cast. Шип через 4 секунды. Bone Spike Cast. Шип. Вихрь через 5 секунд, Дима. Bone Storm Cast. Bone Spike Cast. Бокал, давай. Yeah.
Уже разлилось. Кто, блядь? Почему? Сейчас я услышу стандартную фразу. Это Сирус, это Сирус. Нет, это выбежал, по-любому. Хоть это бывает крайне редко. Просто интересно, кто выбежал. Что-то заметил. А самое главное, куда и откуда выбежал. Вот это меня интересует. Потому что вчера была такая же хуйня, по-моему, два раза. А на третий раз уже убили. И там никто никуда не убегал. Маша. Сними диван, все равно тебе пиздец будет. Пусть убьет. Да еще нормально, что она. Не убил? Нет. О, ну пиздец. Да я снимаю, но я чекать не могу, мне надо останавливать видео и открывать файлы смотреть.